Здравствуйте! Сегодня поговорим про два великолепных сорта Ingrid Gigsbo и Pack Salmon Queen. Это у нас Ingrid Gigsbo. Это карликовая махровая пеларгония, очень эффектная и изящная. А сам кустик небольшой, растет достаточно медленно, компактный, формируется сам. И цветы у него, обратите внимание, они белые, махровые, и кайма у него красная. Чем больше солнца, тем больше цвета будет на кайме. Сейчас у меня недостаточно солнца, но тем не менее. А это у нас Pack Salmon Queen. Тут шапка намного больше, цветы намного больше. Они, я не вижу, что они махровые, обычные. Очень популярный сорт, так как это один из паков. Его любят за то, что у него огромные шапки, и он очень цветливый. Он постоянно гонит новые цветоносы. Ну вот вы видите, два этих сорта отличаются размером цветка, махровостью. Ну вот и кустики, я думаю, Pack Salmon Queen кустик побольше будет. У него и листики больше, и растет он в высоту побольше. И вот соцветия у него достаточно крупные. Вот смотрите, какие большие шапки. Это, причем это не предел, они бывают еще больше. Тут у меня просто немного, ну весна еще немного созрела соцветие. Ну так он постоянно гонит. У меня получила его в подарок, уже цветущий. И вот я с него уже срезала штук 5 новых цветоносов. И они все равно появляются. То есть этот цветун, если вы любите цветунов с крупными шапками, простых таких, обязательно берите. Он достаточно недорогие, эти оба сорта. И очень красивые, эффектные. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена.